У нас сейчас на фронте обстановка очень хреновая. Тучи, по-моему, сгущаются. Российские имперцы, насмотревшись на успехи российской армии в Украине, что-то совсем упали духом. Ситуацию в вооруженных силах России они описывают как катастрофическую. По их словам, вооружения и техники у российской армии остро не хватает. Российские генералы – полные идиоты, которые провалили буквально все, а мобилизация, на которую они возлагали столько надежд, не помогла, так как боевой дух мобилизованных крайне низкий, и они просто не хотят и не умеют воевать. Дух боевой мобилизованных, ну, прямо скажем, очень-очень невысок. Подготовка людей, которых мобилизовали, находится в катастрофическом состоянии. Вот другого слова я назвать не могу. На днях известный российский блогер и писатель Максим Калашников на своем YouTube-канале обсуждал ситуацию на фронте с известным российским боевиком Юрием Евичем, и получилась буквально одна сплошная дискредитация российской армии. То, что сейчас происходит, не очень добрые события видно. Что-то явно готовится на весну. Вот, я вижу, что наступление нашего большого ждать точно не приходится. Проблема не со снабжением, не со связью, потому что у нас идет распадение, что больше полка, дальше мы не можем управлять. Это видно. Что-то, по-моему, он не верит Путину, что спецоперация идет по плану. Но это еще что? Собеседник Калашникова Юрий Евич вообще замахнулся на святое. Он признал, что никакой великой, мощной, непобедимой российской армии на самом деле не существует. И в результате вторжения в Украину Россия просто опозорилась на весь мир. Мы продемонстрировали на весь мир полную несостоятельность нашей вооруженной силы, полную несостоятельность государственной машины, позорище нынешнего русского оружия. Вооруженные силы наши сейчас находятся в катастрофическом состоянии, и весь мир это видит. Нас перестали бояться. Позорище вооруженных сил Российской Федерации всем показало, что это миф могущества российской армии, к огромному сожалению. Мир поехавших российских имперцев, живших мифами о величии русского духа и несокрушимости русского характера, в одночасье рухнул. И оказалось, что на самом деле никакого величия, никакой несокрушимости нет, а есть просто слабое, коррумпированное государство третьего мира, которое в последнее время, вдобавок ко всем своим проблемам, еще и становится мировым изгоем, которого теперь уже просто никто не уважает. Аналогии с нашим правительством Николая II настолько чудовищные, что у меня и сон, и аппетит разладились. Мы на пороге катастрофы, рядом с которым 1917 год померкнет. Год назад все эти имперцы радовались вторжению в Украину, рассказывали, как их армия там за несколько дней все захватит. И вот прошел год, и теперь они вдруг начинают жаловаться, что у них пропал сон, пропал аппетит, а в России назревает катастрофа, которая вообще по своим масштабам может превзойти 1917 год. Короче, я так понял, что вторжение в Украину было не очень хорошей идеей, да? По технике совсем звездец, по артиллерии еще хуже, потому что выстреляли все стволы, которые были. Много выстрелов, попаданий мало, мягко говоря. Наступать по открытому месту наши не могут, потому что уровень развития вражеской артиллерии, координации их такой большой, что наступающих просто разнесут. По-моему, спецоперация пошла не по плану. Уважаемое руководство страны, я не знаю, Владимир Владимирович, Сергей Кожугетович, вас обманывают. Вы об этом знаете? У вас хоть какой-то контроль за исполнителями налажен? А вот мой любимый момент. Патриот дошел до места, где уже по логике пора предъявить претензии Путину за все, что происходит. Но поскольку российский патриот не способен говорить о Путине плохо, то Юрий Евич делает вид, что Путин и Шойгу не виноваты.
Ну, на самом деле они хорошие, патриотичные, они бы и рады помочь, просто ничего не знают, потому что злые бояре обманывают их уже 20 лет. 10% сотрудников ВСРФ – вражеские шпионы, остальные 90% – лица со сниженными умственными способностями. Путин на самом деле хороший, просто это все российские военные или шпионы, или дураки, и они скрывают правду от Путина. Если бы он только знал, он бы обязательно навел порядок, но они скрывают от него реальное положение вещей. Есть гипотеза, что в пищу вооруженных сил наших, особенно к генералам, подмешивают какие-то вещества, например, тот же фтор, который резко уменьшает умственные способности и волевую компоненту. Ну что, отличная гипотеза. Я уверен, что на самом деле все так и есть. Действительно, вредители тайно подмешивают российским военным в пищу фтор. Осталось только выяснить, что подмешивают в пищу самому Юрию Евичу, который рассказывает такие истории. С нашей стороны все отвратительно и даже более того. Ну ничего, осталось только донести всю правду до Путина, и он уж тогда обязательно во всем разберется. Российским генералам перестанут давать фтор, и величие России обязательно возродится. Друзья, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор еще не подписаны. Обязательно оставьте комментарий или лайк к видео. Это поможет ему получить больше охват. И, соответственно, больше людей узнают правду о том, какой беспредел творится в российских вооруженных силах.